Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенеги. Ребята, древовидный белый пион. Древовидный. Разводится делением куста и семенами. Но семенами вырастить очень долго. Если семена посадить свежие, то можно года через два получить всходы. Красавец, да, ребят? Ай, красавец. Древовидный пион. Белый древовидный пион. А называется он древовидный, потому что растет как дерево или как куст. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята.